Вспомним эзотерические практики, которые я даю на второй ступени, которые могут улучшить отношения. Итак, первая эзотерическая практика, вы, наверное, ее помните, это схлопывание миров. Каким образом это происходит? Итак, берете и представляете его в шаре, себя в шаре и схлопываете в одном шаре. При этом запечатаете его и себя у Махум Хахухри. Прогревание слоев есть еще практика, помните? Далее. А проживаете жизнь такую, которую проживали ваши родители. То есть родители были несчастными, у него родители несчастными и так далее. Не знаете, как с этим поможет? Трансцендентная медитация. Опа, это все что такое. Трансцендентная медитация — это то, что я вас сейчас научу. Весь мир связан со всем мирским. Планеты, нити влияния планет, они воздействуют на всех людей, которые мысленно, чувственно, жизненно, астрально проживает на планете Земля. Трансцендентная медитация заключается в том, чтобы выйти из-под влияния вот этих планетных систем или планетного эгрегора, и выполняется следующим образом. Сидя с закрытыми глазами или даже лежа с закрытыми глазами, представляете, будто вы находитесь на планете Земля, сделали вдох-выдох, и представляете, будто вы находитесь в космосе. Смотрите налево, вверх, вниз, и везде видите только космос. При этом как можно дольше думаете о планетах, о космосе, о глубине. Можете представлять, будто летите, растворяетесь, теряете свое ощущение тела. Таким образом отключаются от вас вот эти элементы, которые являются кармическими. Второй вариант. Сын у вас там пьющий или с девушкой встречается какой-нибудь, которая из плохой семьи. Обвели сына и девушку, взяли их в колпачок какой-нибудь, представили, будто их да, подняли в космос, представили, будто их тела растворились в космосе. И дальше делаете на вдохе «яу», а на выдохе «яй» вот такие звуки произносите, или «аум-аум». И думайте после этого о космосе, уже о них не думайте. Что это даст? Это отключит от них вот такие моменты, которые могут мешать этим детям справиться с тяжелыми состояниями, где привязки ментальные к жизни, где привязки, которые связаны с их родными, где мнения чужих людей по поводу этих людей будут растворяться. Делайте это ежедневно, один раз в день, ну, а можно вечером. Это действительно очень улучшит ваше состояние. Называется это трансцендентная медитация.